Ну а приморских общественников научат зарабатывать. Сегодня во Владивостоке прошел семинар для представителей некоммерческих организаций региона. Послушать специалистов пришли несколько десятков общественников, работающих в сфере экологии, культуры, спорта, молодежной политики и в других направлениях. На мероприятии они узнали, как именно нужно оформлять заявку, чтобы получить президентский грант. Деньги, которые пойдут на реализацию социально важных проектов. Ошибки в составлении документов являются одной из частых причин отказа. Так, на первом конкурсе президентских грантов для НКО победили всего 7 некоммерческих организаций Приморья. Сегодня стартовал второй конкурс, и общественники надеются получить больше средств, а значит сделать больше добрых дел. Моменты связаны с формальным оформлением заявки, да, там, а есть моменты, которые связаны с содержанием. Оценивается и то, и другое. И, к сожалению, многие, сконцентрировавшись на формальных моментах, то есть заполнение конкурсной заявки в электронном виде, несколько упускают момент, связанный с содержанием. Мы рассчитываем, что в втором конкурсе примет участие большее количество общественных организаций, чем в первом, и, конечно, качество заявок повысится. Департамент внутренней политики, отдел по взаимодействию с институтами гражданского общества будет общественным организациям также помогать эти заявки оформлять так, чтобы они соответствовали всем требованиям.